小鬼子死了，现在战斗起来了。集合。哎，白呢 ？Hello。哎，白的 Hello。Hello. Hello. Hey, you are from? Hey, hey, no, no. Hey, you are from, baby. From? You some baby? Hey, yeah. Hey, you are from? You are from? Hey, I'm from Kavkaz, скотина. You are chopper, chopper, fuck you. Hey, bug yellow. Его нокнули перед тобой, который был. Он тебя уже услышал, встал на корточки. На корточки встань. Отойди чуть левее. Левее чуть отойди. Выйди, добей его. Дверь открой и добей его. Он слева будет. Слева будет. Слева будет. Сразу слева он, слева. Добей его. А, он живой, что ли? Закрой дверь тогда. Видишь, что дает самоуверенность. Так бы ты его никогда в жизни не убил. Ляж, тебе сейчас слева с дома прилетит. Справа смотри, справа сейчас будет идти. Угу. Он оттуда будет. Карту умеешь открывать в этой игре? Да, я вижу, что ты делаешь. Вот просто вот так вот сиди, да, лево почекай, левое. Вот так в упор подойди к этой стенке. Это право, это лево, другая сторона. О, вон там посмотри, есть что-нибудь, нет? Стой. Не надо так не смотри, от третьего лица смотри, так никогда не смотри. Так не смотри, говорю. Видишь, троих человек на крыше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум, салам. Троих человек на крыше, видишь, в них не стреляй, а. Справа чип забери у Лахмы и телефон подними его. Да-да-да-да. Слова отвечаю потихоньку. Не, меня уже не поднимет. Поднимет, брат, он же не за зоной. Да? По-моему, нет, сейчас можно. Не-не-не, подожди. Эй, посмотри, послушай меня, Сон, налево, чекай налево, да. Стой вот так, остановись на секунду, постой. Видишь, вон они там на крыше да, есть. Да, да, на крыше есть. Просто стой до последнего. И смока, смоков нету. Тебе не нужен смока. Лево отойди, лево еще, лево, лево, лево. Левый угол прими, левую стенку и отсюда чекай, да, вот так смотри. Так. В ангарах есть, скорее всего. Иди, выходи, 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 отсюда паркур делай, да откуда ты выходишь? Беги без оружия, оружие убери, оружие убери, оружие убери, оружие. Что ты делаешь? Встань, оружие убери, говорю, беги просто без оружия. Правее беги, shift нажми, shift нажми, shift, ты зачем хилишься, беги! Зетка, зетка! Что ты делаешь? Нормально, нормально, Цаглар. Нормально, ты сейчас посмотри со стороны, как мы играем, чтобы вообще более опыта набраться так. Как, братуху? Это вчера же Фара тоже так говорит, эй, Ягор, думал, вы вообще не умеете играть. Ягор со стороны посмотрел, как вы играете, тот, кто говорит. Да-да-да-да-да. У него винчик вот. Работает спецназ, спецназ. Холёный будет один, хорошо. Подожди, там два нока. Наверху. Да, наверху у тебя. Хорошо. Еще один. Вау, ладжма, ладжма, в городе. Когда за городом был, скажи, да вообще. Это красиво было. Курбан. Тебе Фара сделал вчера аккаунт? Да не сделал же, брат, у меня с 9 утра до вечера света не было, брат. Каждый день отключают. У меня видюха 40-90. Пусть делает, чтобы завтра мусоров убивали. Если ты так же молчать будешь, я не залетаю туда. Ну что мне говорить? Ты же раньше говорил что-то. А сейчас что говорить? Я все, что раньше говорил, все сказал. Ты все сказал и закончил, да? Да. Он сказал и точка, Курбан. Что, мы троем, что ли? Кто? Это кто? Это кто? А? Это кто? Береги. Вы доту играть зашли, да? А кто мне перекинул? А? Кто мне перекинул? Я перекинул. Что там? Играешь доту? Да нет, я просто делал, общался, меня перекинули, поэтому. А, с нами общайся. Тех оставлю. Сам, сам разогрелся, надо было давно что ли это сделать. Да-да-да, он когда женский пол слышит, у него кукуха шмаля начинает. Да-да-да, ты чё, Рустам? Я ничего. Всё нормально? Он проснулся, он уже смотрит, какой жизнерадостный стал, раз, свёл пацан. Где вообще гриль?
У него в натуре это... Кириешки хоть делай гриль-то, ладно, сейчас поздно, наверное, будет. Кириешки хоть... Его тестостерон в натуре от одного женского голоса поднялся уже, ты понял? Да, как флаг, нет? Анализ не нужно заводить, да, на тесто? Не-не-не, анализ ему на тестостерон не нужно заводить, он из него хлещет, ты понял? Ты во что играешь? Что еще раз? Ты во что, какие игры играешь? Раньше играла, сейчас уже практически нет. Что играла? Я говорю, раньше играла, а сейчас, к сожалению, нет. А, ты вообще не играешь, Саш? Сейчас ну, нет, не то, что времени нет, работа и... Да, муж не разрешает, наверное. Я не замужем. Вот тебе жениха нашли, Рустам. Молодой, работает. Да я тоже работаю. Ну вот как раз вдвоем работа, дом, работа, хозяйство. Вот я тебе невесту нашел, старший брат твой. Кем работаешь, это зачем? Это личный такие вопросы, нельзя задавать так. У них, короче, ты хочешь сказать, семейный бюджет это... Ай, бля, меня... Да вы что начали? Аватарку смотри отсюда. На кого аватарку? Могилева, блин. Всем привет, братья. Привет. Как у вас дела? Вы всех рассказываете. У Рустама тихо сейчас лучше всех. Я общаюсь. Что говоришь? Он говорит, тихо, не видите, я общаюсь. Он когда женский пол слышит, вот тестостерон шмалять начинает. Могила. Да, брат. А тихо. Понял, старший брат. Как зовут тебя? Ты мне свой вопрос задаешь? Нет. Ты мне зачем? Он же братьев не видит. Ты мне зачем? Да, у него же, он же этот, девушек на братьев не меняет. Давай, газуй. Я и так все ваши имена знаю. Я знакомство новое себе делаю. Как думаешь, как их зовут? Не знаю. Мадина, Дина, Даша, Катия. Мы рейтинг делаем, что ли? Угу. А что, ты хотел обычку, что ли? Не-не-не. Да и мне в рейтинге брат равных же нету. Это да. Такая связка собралась. Я тебе говорю, вчерашняя, да? Что-то молчит. А ща, лечь, Кипер, ты помнишь, как он в PUBG молчал? Он сейчас в натуре здесь женскую аватарку просто увидел. Он в натуре проснулся, ты понял? Да. Чё молчит? Звук дай, говорит. Не понравился ты, чё ты молчит? Да я не понимаю, он просто отвечает поэтому. Чё она сказала? Чё, мид идёшь, что ли? Ты не слышал, что ли? Да, я мид. Нет, не услышал. У меня там стрелялись просто. Ну, ты хочешь хорошо пострелять, хорошо пообщаться и быть счастливым, что ли? Ты выберешь что-то одно. Два зайца одновременно убить он хочет. Я так два зайца сразу убиваю. Понятно. Убийца зайцев же у него ник был раньше в доте. Убийца мной был, он играл. Как зовут-то? Мне Даша зовут, ты угадал. А, все, тогда. Бомбу. Эй, спроси, сколько лет, хоть, может, и нету 18, тебе нельзя с ней общаться. Ему самому нету 18. А в марте уже будет. Ну, у него же скоро будет. А, ну это тоже... Он же как раз на месяц подготовится. Пообщается. Ты хоть подарок будешь ей делать? Посмотрим. Оставьте тему с подарком. Вижу, ей даже подарок не нужна, она не меркантильная девушка. Ой, На все хотелки... Я на все хотелки сама заработаю. Ой-ой-ой. А на мои хотелки заработаешь? А, альфонсом хочешь стать, что ли? А Шали, ты резко все испортил уже с такой натурой, ты же есть. Очень левый. Да, я пошутил. Она мои, говорит, хотелки заработать, в натуре хотел работу оставить, у меня сидеть GTA и играть. И пап, еще бы она на хату бабки приносила, да? Хавчик готовила, да? Еще на хотелки зарабатывала, для этого вообще. На кириешке. Это он, не обессуй, это за него Даша, наша братишка наш, он чуть-чуть не подумал, так сказал. Да, вылетел. Он что-то этот, в азарт вошел сильно. Не отбивай ты ее. Не что отбивай ты ее. Да, угомонитесь. Не отбивайте ее, говорит Курбан, ты понял? За него качают, он кричит, не отбивайте. Наоборот, за твои косяки здесь этот, смазываем твои косяки. Меня убили. Тебе все-таки игра дороже отношений, мы тебя поняли. Он же хотел двух зайцев одновременно убить. Хороший, вообще не поиграть. Тогда меня уж само убили. Могила, как ты, братишка? Бомба. Я же, когда молчу, брат, это я, я на кондиции, понял? На кондиционере?
Пойдем, что ФП делаем? А, когда не делали, пойдем. Никак не хватает старой жизни. Чай налить некому, самому надо все делать. Ай, я тебе говорю. Это легендарная жизнь была, да, хочешь сказать? Да. Семейная жизнь это, да. Сейчас, если хоть это Руслан женится на Даше, хоть Даша будет на лёд. Началось, как вы что говорите? Мы же по РП говорим, подождите, в натуре тоже. По РП же можно так вот. Чай налить, да? Оставьте. По РП тоже не налёшь, что ли? А ты раньше в какие игры играла? Я раньше в Forza играла. За что только не играла. Бомба. Потом последний игра, который закончил. Ты куда пришел, Джей? Я думал, мы вместе, братья. Я у меня саппорт. Какую игру закончил играть? GTA, это все закончил. А, понял. Откуда ты? Я с Краснодара. Ой, я. Равшана знаешь? Это по-любому она знает. У них сходка была, да. А, это мой братишка, мы с ним двигаемся. Не веришь? Я не верю. Это могилу, что ли, высушили здесь? А, да, прикольно. Он Самуэл там, Ренат. Такой рак, что ли, с ними вместе двигаюсь. Фотки я с ними у меня, как мы там в Чайхане кайфуем. А шалить он к ней через Равшан на фотку залетает и приколит, и от плана нету кто-нибудь остановить, да? Да тихо. Да не обесучивайся, размножай. Себя должен что-то представлять, братишка, если ты кому-то что-то хочешь доказать, а не говорить, у меня с этим человеком фотка. И что теперь... Если у тебя с этим человеком фотка есть, значит, надо с тобой отношения завести, что ли? Это ты уже начал тут качать, мне это пофигу, я просто сказал, а её меня спросили. Просто нельзя же говорить, братишка, подожди, да. Я говорю, они её спросили, она знает, Равшан? Я говорю, я с ним двигался. Могила, кинь на меня что-нибудь. Ты вообще другую песню пел, ты что рассказываешь? Это что за задрот со мной на миду? А что в этом голосовом войсе нет громкой связи, что ли? Громкоговоритель есть. Потому что есть телефон, а нет, надо снимать. Там есть. Я сделала погромче, просто через динамик, у меня кнопки нормально. А, нормально все. Долбишь. Второй номер. Я долбил, ты же знаешь, могила. Второй номер обработаешь. Любимая, любимая. А, да, делай это, запуль там пачку что-нибудь. Любимая. Он уже песню запел, господи. А, лицо же встал. Он уже после 12 папаха шмаляет. А, у Рустама, да? Так времени еще не 12. Ну, у него по дубайскому времени. Раньше. А, ну все тогда. Да, я в Дубае тут, Викач, ты не знала. Да молодец. Ты молчил уже, Дмитрий, жизнь, ты только с кем ты только не двигаешься, вы. Он даже так стоять, что не можешь попасть меня, ты представляешь, могила. Да, долбишь. Подожди, брат, подожди. Там в Краснодаре холодно, тепло. Нет, нормально, в принципе, терпимо. Недавно под 24 градуса было тепло. Бомбало. Да. Я надеюсь, на мой день рождения такого не будет, что вот холодно, как сейчас. Потому что на каждый год по-разному, то снег. Эй, могила, ты мне нужен, братишка. Я иду. А если что, я согрею. Пишут, в Краснодаре пишут, светит там. Хорош. Ну да. А где ты, брат? Я иду, я иду. На Краснодарском водохранилище. Бурбан. Вы вот это пошли? Нет. Пассианс играть. Я тебе могу настакать, тебе надо? Да, настакать, только этот. Сейчас ты нужен мне будешь, подожди. Или под кунку настакать. Видишь, сейчас нужен ты мне, давай. Не-не-не, все, а нет. Давай, долби. Не-не-не, уже все, брат. Вот же это шумяу. Ай, шума. Он вчера как услышал женский голос, блин, лицо показал свое, нет? Салам алейкум, Александр. Ростар, как ты, братишка? Я как скучал по тебе, брат. Я тоже, брат. Ты почему, брат, что у тебя с голосом? Ты приболел? Ничего нормально. Ничего нормально, понятно. Ты приболел, брат? Нет. Что с тобой? Сонный какой-то ты, вялый. Сонная артерия. Сонная артиллерия. Рустам. Ты приболел, может, брат? Нет, все нормально. По-моему, ты, походу, нагрузку даешь, не высыпаешься, наверное. Нет, нормально все. Ну, если нормально, тогда надо тебе это топ-1 порадовать как-то.
Сегодня и в GTA смотрел, что-то его вообще не слышно было. Да-да-да, он сегодня, я не знаю, походу вчера он потерял вот этот женский голос, услышал, потерял этот, как это называется, не дофамин. Да-да-да-да, тестостерон. Да-да-да, тестостерон. Он вчера, походу, конкретно что-то как-то тестик выпустил, и сейчас он сегодня какой-то вообще не такой, как все был, он ни под маской, ни от кого не скрывается. Есть такой, да, Рустам? Ты куда-то тестостерон свой девал, да, скажи мне. Выпускал, да? Нагрузку делал ты? Рустам. А у него же новая теперь мета, он молчит. Уж ты раз практически пережирай его, раз секрет ты уже, что он молчит просто. Чем за... Рустам, ты плачешь, что ли, чувствовал? Рус... Нет, все нормально. Девочка, что ли, что плакает? Русмяу. Чё это ты кого-то под подушкой? Спина болит, говорит, бро, хиджам, не хиджам, посмотри, да кто там делает Питере шкипи. Да-да-да-да. Я же знаком, бро. Питере, приколи, да? О, ну это, братья, я вам говорю, бля. Здесь... Монтеновое, Монтеновое. Да-да-да, ты мои мысли читаешь, курбан. Прям на зеленую? Ну, давай на желтую. Курбан, а чё Монтеново, ты сегодня пикадо, а? Не, разогреваться надо. Это не я, бра, это не я, бра. Я вам говорил. Да-да-да. Я для Рустама вопрос решить со спиной. Да-да-да-да-да, он вчера услышал, жесть, я тебе серьезно говорю, это женский голос, ты не видел, ты за него наоборот качаешь, извини нас за нашу братишку, да, он говорит, не мешай мне. Не отбивай, говорит. Не отбивай, приколите, он что, вратарь, что ли, тебя отбивай? Я что, сливки отбивал, что ли? Курна, знаешь, еще раз можно проснуться. Тебе говорю, просто вот, он услышит их сейчас какой-нибудь, я нереальный, вот, он, я тебе говорю, женский голос услышал, это просто вот даже, я не знаю, сейчас... Какое-нибудь видео включи, Джейс. Или на телевизоре, или сериал. Он просто что-то услышит, Джейс. Ну все. А чё он сделал так, чтобы спина болела? Он уже в отцов настройки работает, поднял меня. Он же работает, брат. Он же не как ты. Он где-то сидишь в офисе. Да-да-да, он руками зарабатывает, брат. Рустам. Да. Что они говорят правда, да? Вы чё, ты сомневаешься вам, что ли? Во мне и мне. Это что за ник, курбан? Момент море, да? Да, Каспийское море у тебя. Да не, бра, это... Я не хочу так даже. Рустам молчит, что-то он не в духе. Да-да-да-да-да. Мне что-то подсказывает, что-то не то здесь. Что-то вы, походу, вчера что-то ему там добавили, походу. Время. Я тебе говорю, он вот из-за того, что у него нехватка тестостерона, понимаешь? Он его куда выпустить мог, бра? Зал, он же в зал ходит, бра. Мне интересно, да. Он в зал ты, ходит. Ты в зале был, да? Залов? Рустам, ты был в зале? Он даже, понимаешь, не разговаривает. Нет, не был. Если молчать, то выходи лучше из дискорда, бра. Да. Хорошо, брат, давай. Вай, приколи, да, приколи. Больше не заходи. Ну, просто когда человек сидит в Дискорде, ты знаешь, и ты задаешь этот вопрос. И получается, как сам с собой разговариваешь. 100%, брат. Стопудово, брат. Ты либо этом Дискорде разговариваешь, либо играешь, здесь третьего не дано, здесь никто не слушает. Да, слава ты, чё. Общаюсь, тогда, салам алейкум. Валейкум, салам. Давай. Ну, еще одно правило, кто отсюда выходит, тот сюда редко потом уже заходит. Это тоже забыл сказать ему. Давай. Тренируйся. Да. Тестостерон не спускай больше перед стримом. Да. У тебя на месте тестостерон, да? Как у тебя на месте, он скорее даже кипит. Семейный человек есть. Так ты это Рустам, походу, тогда накидывал, мол, на работу ходим. Он сейчас начал ходить по моему. Он тогда только в это. Тогда только устроился, прикинь. Да, а сейчас пару дней поработал с 9 до 7, уже никакущий стал. Еще без теста, ты приколи.
Еще Курбан с ним общается. Вау, это же вообще в натуре. Лучше в натуре жить с 7 утра до 9 вечера на работе работать и потом еще на тренировки пойти и в GTA жужню высушивать, чем просто Курбан тебе на что-то вопросы задавать. Курбановская нагрузка чуть больше даже. А не то остро. Да-да-да-да, ты че? Думаю. Стопудово, брат. Он его озадачил, ты представляешь? Он вообще... Эбер мог то уйти на метке. Еще один там же. Вот здесь на скале поднимем. Ага. Ну ничего, мы подожди, до этого зайдем, и тогда уже. Дал ему. Ты все равно у нас так поднимется, что скипер нас на руках таскать будет. Назад.